Всем привет! Сегодня у нас 19 сентября 2019 года. Показываю новинку коллекции. Сорт груши украинской селекции. Стрицка. Груша вот такая вот. У нее товарность. Сорт позднезимний. Хорошо хранится в обычных условиях в подвале. Вот такой у нее ржавленный вид. В том году груши были не настолько ржавленные. В этом году меняется из года в год именно ржавленность. Загрузка груши. Сейчас покажу, какая. Грушки 5 лет. Подвой БА-29. Грузится урожаем отлично. Размер плодов на высоте. Товарный вид. Можно видеть просто отличный суперовый вот сверху, как грузится. И груша все равно остается крупная. Вот может быть вот такой у нее вид, вот так вот проявляется ржавленность. В том году было незначительно, в этом году сильнее намного. Погода портится. Вот такая груша красивая, вообще бронзовая на вид. Погода портится, наверное, пойдет дождь. Поливается, полив капельный. Сорт груши собирают урожай где-то начало, середина октября. Залаживают на хранение. Груша хранится до декабря вообще без проблем в обычных подвалах. Набирает свой изумительный вкус. Упала. Вот какая груша в руке, можно видеть. Обретает очень вкусная у нее маслянистая мякоть. Вообще просто чудесный сорт. Сейчас обойду, покажу. Вот груша такая. Против солнца, может, не сильно видно. Груша очень урожайная. Хорошая устойчивость у нее от парши. Даже не хорошая, а устойчив сорт от парши. И от ожогов, от магниляльных ожогов. Показываю. Груша класс. Шедевр. Рекомендую всем этот сорт. Кто посадит, не пожалеет. И за внешний товарный вид, и за ее вкусовые качества. Я при хранении их положу на веса. Продегустируем вкус. Такая вот красота. Просто чудесно. Вот. Класс.